карусель прямо сейчас. Это важно и очень интересно. Всем привет! Дежурный по погоде сегодня я, Хрюша. В Анадыре и Якутске будет ясно. В Хабаровске и Благовещенске термометр покажет минус 8 градусов. Выходи гулять. Кирилл из Петропавловска-Камчатского передает всем привет с детской площадки. В Сибири местами выпадет небольшой снег. В Норильске температура воздуха составит 15 градусов ниже нуля. В Ханты-Мансийске, Омске и Новосибирске будет минус 3. Великоки и на каток. Посмотрим, как обстоят дела на Урале. В Челябинске ожидается переменная облачность, а в Перми пройдет небольшой снег. В Екатеринбурге минус 1 градус. Покатайся с друзьями на санках. Гулять компании – это очень весело. На юге будет солнечно и без осадков. В Ялте плюс 12, в Краснодаре плюс 13, а в Сочи 14 градусов тепла. Самое время устроить гонки на самокатах. В Орле, Казани и Уфе синоптики обещают переменную облачность. В Мурманске пройдет небольшой снег, а в Вологде выпадут осадки. Устрой дома кукольный театр, а потом разложи все игрушки по местам. В Санкт-Петербурге будет пасмурно, а в Москве могут пройти осадки. Отгадай загадку. И в жару, и в мороз за окном стеклянный нос, чтоб в любое время года знали мы, что за погода. Что это? Верно,